поэтому сейчас моя голова полна солнцем, поэтому я просто здесь, вот смотрите, наблюдая на вас, наблюдая за всеми, испытываю огромную гордость и колоссальное уважение к региону и, прежде всего, к людям. Еще к нам приедете? Конечно, приеду, потому что сейчас должен работать знаменитый губернаторский принцип: ты свистни, себя не заставлю я ждать. Поэтому мы уже договорились на следующий год, тут планов громадье, на самом деле. Я с удовольствием поддержу регион, расскажу, сейчас поеду в Уфу через два дня на биатлон, где будет Кубок России. И, конечно, я как, ну, собственно, правду говорить никакой приятно. Пообещал, что если расскажу о том, что происходит в городе, еще соберу информацию по поводу развития спорта и в городе, и в регионе. Мне кажется, это очень важно, потому что сколько бы Москва не задирала нос, я хоть как москвич или житель Подмосковья, но Россия-то начинается с восхода солнца здесь, понимаете? Поэтому географическую эту историю никто не отменял. И опять же, возвращаясь к людям замечательным, да, я очень часто сталкивался с таким, знаете, снобизмом, когда на так называемые дубли или орбиты, коллеги, например, да, ну мы сейчас вот там для кого-то, там на Востоке стараемся, не просто для кого-то, а я когда, например, поздние эфиры на матче веду, это 12 ночи, это час ночи, иногда 2 ночи, я понимаю, что в том числе просыпается и Приморье, и Камчатка, и, конечно же, Амурская область. Люди встают на работу, мальчишки, девчонки просыпаются в школы, в вузы, естественно, спортивные эфиры имеют огромное значение. Поэтому здесь каждый найдет себе, так сказать, программу по душе. Для меня это огромная радость, счастье и большая ответственность быть сегодня здесь. И я с удовольствием дальше продолжу.